собрав все модели набора 11014, вот они все красивые, все равно остается куча деталей, куча колес, которые хочется как-то использовать. Так вот, не разбирая все эти модельки, что еще можно сделать? Я тут придумала гидроплан. Пожарная машина. Грузовой самолет. Еще один гоночный автомобиль. В наборе был красненький, а тут уже из чего получилось. Так. Такой вот рыбак ловит рыбку. Поймали. Качели. Сюда можно посадить мини-фигурки, и они будут кататься. Пусть тут стоит. Так, цистерна и даже прицеп у нее есть. Разворачиваемся. Вот сюда поставим. Кораблик приплывает. Стрекоза. Машет крылья. Совсем маленький. Улиточка приползла. Привет. И еще один самолетик. Прилетел. И осталась небольшая кучка деталей, из которых, возможно, еще что-то можно придумать. Скоро буду снимать видео по новым моделькам из этого набора 11014. Какой бы вы хотели, чтобы первый выложила? Пишите в комментариях.